Заповедники Столбы планируют усилить меры безопасности. Как отмечают руководство заповедника, это связано с ростом числа несчастных случаев. За последние 3,5 года травмы получили около 30 человек. Были случаи летального исхода. Последнее такое происшествие зафиксировано менее месяца назад. В начале сентября школьница насмерть разбилась, упав со скалы. Часто трагические случаи происходят по вине самих туристов, говорят представители заповедника. Посетители лезут на мокрые скалы, пытаются сделать селфи в прыжке, а те, у кого есть хронические заболевания, не берут необходимых лекарств. Чтобы обезопасить туристов, на столбах планируют поставить пост спасателей. А в Главном управлении образования уже разработали свод правил, которых должен придерживаться педагог, организующий экскурсию или поход. В первую очередь мы должны проинформировать единую дежурную диспетчерскую службу о том, что организуется вот такой выход детей. Обязательно допускать к руководству вот организованной группы, если это многодневный поход, то инструктора детско-юношеского туризма обязательно со специализацией. Вот, обеспечить условия допуска, потому что есть определенные категории детей, сложность похода, сколько человек и так далее. То есть прямо разработаны непосредственно вот такие вот вещи категорические.